С начала этого года югорчане получили в МФЦ более 1,5 миллиона услуг. Об этом рассказали сегодня на семинаре, совещании которой посвятили повышению качества работы многофункциональных центров. В общей сложности в Югре насчитывается 20 офисов. Они предоставляют 259 видов госуслуг. Чаще всего жители округа пользуются федеральными услугами МВД и Росреестра. А в регионе наибольшее количество услуг предоставляет Департамент социального развития Югры. Также на совещании наградили образцовый МФЦ региона. Их выбирали на основе отзывов югорчан. Так лучшим офисом с 10 окнами признали Уральский многофункциональный центр. Нет предела совершенству, хотя мы и лидеры в предоставлении государственных услуг посредством интернета, но те центры, которые у нас сегодня есть, мы будем донакручивать и доусовершенствовать. Я вижу, что не за горами тот момент, когда все услуги, которые необходимы получению государственных органов власти и муниципальных органов власти, будут переданы функционалам многофункциональных центров.